Hi, I'm Zhanna. Today I'm reading Snow Maiden's first aria from The Snow Maiden by Rimsky-Korsakov. First slowly, then quickly. If you're ready, let's begin. С подружками по ягоду ходить, на оклик их веселый отзываться. Ау, ау, круги водить, за лелем повторять, с девицами припев весенних песен. Ой, ладолель, милей снегурочке твоей, без песен жизнь не в радость ей. Пусти, отец, когда зимой холодной вернешься ты в свою лесную глушь, в сумеречке тебя утешу, песню под наигрыш метели запою, запою веселую, у леля перейму и выучу скорёхонько. Ах, отец, с подружками по ягоду ходить, на оклик их веселый отзываться, ау, ау, круги водить, за лелем повторять, с девицами припев весенних песен. Ой, ладолель, милей снегурочке твоей, без песен жизнь не в радость ей, без песен жизнь не в радость ей. Не в радость. Now let's read it quickly. С подружками по ягоду ходить, на окликах веселый отзываться. Ау, ау. Круги водить, за лелем повторять, с девицами припев весенних песен. Ой, ладолель, милей снегурочки твоей, без песен жизнь не в радость ей. Пусти, отец, когда зимой холодной вернешься ты в свою лесную глушь, в сумеречке тебя утешу, песню под наигрыш метели запою. Запою веселую, у леля перейму и выучу скорехонько. Ах, отец, с подружками по ягоду ходить, на окликах веселый отзываться. Ау, ау, круги водить, за лелем повторять, с девицами припев весенних песен. Ой, ладолель, милей снегурочки твоей, без песен жизнь не в радость ей. Без песен жизнь не в радость ей, не в радость. That's it for today. If you have any questions or you want me to read a Russian aria or a classical song, please leave a comment and I'll do a video for you. If you like this video, please click the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching and bye-bye.